Толчки и падения – неотъемлемая часть напряженной борьбы. Прошлогодние чемпионы КС-холдинга по баскетболу пермская сетевая компания пока ведет в счете. Но сборная пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 прилагает серьезные усилия и с трудом, но вырывает победу. Экс-чемпионы вынуждены уступить. Видимо, не зря говорят «борись до последнего». Помните, что игра продолжается. До последней секунды. Это же радость за нас у нее. Скоро знает сотни примеров, когда матч переворачивается в один момент. Поэтому придите до конца. Старайтесь, проявляйте характер. Спорткомплекс имени Сухарева собрал более 350 сотрудников КС-холдинга со всего Прикамья. После открытия корпоративной спартакиады на площадке вышли баскетболисты, волейболисты и футболисты энергетики, представляющие все теплоэлектростанции и компании КЭС в Пермском крае. Не менее интересным оказались соревнования и в индивидуальном мастерстве, теннисе, плавании, игревом спорте, а также новой дисциплине – шахматах. Лучшие спортсмены энергетики Пермского края в конце мая примут участие в межрегиональном этапе спартакиады КЭС, который состоится в Екатеринбурге. Сильнейшие в каждом виде спорта определятся в борьбе между командами филиалов ТГК-5 и ТГК-9, входящих в КЭС-холдинг. Рустам Багизов, Константин Коробейников, телекомпания «Ветта».